Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Брызгалин Аркадий Викторович. Я руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право». В работе любого практикующего юриста возникает множество вопросов, которые касаются налоговых аспектов договорной работы. Сколько времени для налогового контроля необходимо хранить договор? Каковы последствия признания договора недействительным? Можно ли договором переложить налоговые риски и подстраховаться от недобросовестного контрагента? О всех и о других вопросах мы поговорим сегодня в нашей лекции «Практические вопросы соотношения налогов и договора». Смотрите на видеоконсультанта.